Ну, получился у нас хороший матч, много забили. После обидного поражения в Москве со Спартаком хотели реализоваться. Не очень уверенно сыграли в обороне. Ничего, будем готовиться на следующий матч, настраиваться, побеждать. Достаточно много удалений по такой игре, что случилось? Все хотели больше реализоваться, забивать много, поэтому шли на риски, удалялись. Будем исправлять этот момент. В твоей карьере первый покер? Ну, последний покер не припомню. Очень приятно забивать голы. Спасибо партнерам. Рад был играть с ними.